Здорово, пупсик, сейчас мы вместе с тобой посмотрим анимацию Акра, Чебурашка и Гена против аниме. Первую часть мы уже смотрели, это понимаешь, это продолжение. Или это не связано будет. Или не связано, поехали. Нет, нет, я туда не пойду! Ну, в общем, из-за того, что у Гены серьезные проблемы с контролированием своих эмоций, нам пришлось покинуть Россию. А, продолжение. И я такой вспомнил, что Япония, меня всегда любили в вашей стране. И я сам всегда любил... Как ее? Японию. Не подсказывай, Японию! Ну и вопрос, сможешь ли ты нас приютить у себя? Блин, мужик! Пикачу. Не то, чтобы я тебя слушал, но я скажу, что у вас тут круто. Это он, типа, подзаряжается электричеством от розеток, да? Угу. Торчит от розетки, да, периодически? Ты душевно движ. Я реально проникся твоей темой, чувак! Росту Пикачу. Что? Ой, Гена, завали! Сколько можно трепаться? Гена. Да. Чебурашка и Гена. Аниме. Против. Против. Аниме. ВС. Знаешь, Гена, Япония, конечно, прекрасна. Говорит, Гена называет его. Да, Гена. Киноляп, киноляп. Водительское место в Японии не с той стороны. Да, справа, должно быть с другой стороны. Да, киноляп нашла. Я скучаю по дому. Столько воспоминаний о том, как нам весело жилось раньше. Вот у тебя нет ностальгии? Куда ты дел мою веревку? Нет, ностальгии нету. Дай тостер, хочу жрать. Ностальгии нету. Вали от окна, я покурить хочу. Даже спокойно рифнуться не получается, понимаешь? Вечно Чебурашка мешает. Нет, у меня нет ностальгии. Ты просто не романтик. Так, Пикачу зовет нас на какой-то тусич. Надо взять поесть. А добро позаривать в банзай соп. Желаю удачно потратиться. Здорово. А можно рогалик и тост? А прошу, пожалуйста. А можно Балтику? А какую Бартику? Ну, семерку желательно. У нас нет никакой Бартики семерки. Блин, долбанная Япония! Как вы вообще тут живете? Ну не знаю, тогда дайте суши. О, ну конечно. У японцев есть... А ты как знаешь, заходишь сразу. Ой, дайте мне борщ и драники, да? Только суши, конечно. Мужик. Меня так и бесят ваши стереотипы, что я даже не могу успокоиться, нюхая полосатый школьниц. Чувак. У вас вообще не шаблонное мышление, а что взять с японца? Пойду совершу ритуальное самоубийство харакири, ведь это то, что делают японцы. Ну, значит, за это можно не платить. Кайфушеньки. Офигенно! Пикачу пишет, что познакомит нас с клевыми девками. Похоже, это Пикачу мы кого-то склеим. Я не уверен, что девушки меня интересуют. Так, стоп! Ящерицы. Тихо. Вот, сука, я так и знал! Все эти годы ты общаешься со мной не потому, что ценишь мой внутренний мир, а потому, что я тебя привлекаю! Вот правда и всплыла наружу! Какой же ты озабоченный, господи! Можно уже быстрее доехать? Буду стараться! Главное потом не забудьте 5 звезд поставить! Услыхав судьбы призыв... Блин, куда этот водила-мудила нас завел? О, в этот, уничтоженный призраками город. Да? Да. Не трусь, пока ты... Жив. Ой, это Пикачу, не, это, не, не, это Эш, 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 Эш. Ты не подскажешь, анимешный клуб Доки-Доки здесь рядом? Доки-Доки? Да. Я хочу умереть. Ну, видимо, рядом. Я Эш Кичум из Алабасти. Я стал чемпионом лиги покемонов, и ничего не поменялось. Спасибо за максимально бесполезную информацию. Годы идут, а я не расту. Вокруг меня все время классные девушки. А ты как, знаешь, Неверленд. Никогда не можешь повзрослеть. Я даже ничего не могу с ними сделать. Мое созревание никогда не произойдет. Круто! А можно сразу перейти к моменту, где ты говоришь, куда нам идти? Пока другие взрослеют, я вечно... Бла-бла-бла! Клуб там. Но перед этим, пожалуйста, убейте меня, умоляю. Я в этом теле как в клетке. Слушай, нам, конечно, очень интересно наблюдать твой подростковый срыв, но нас ждет туса. Уверен, твои истерики пройдут, ну знаешь, с возрастом. Патрулил? Да. Пошел довольный. Максимальное унижение. Да, доки-доки. Ой, Армстронг. Вы хотите зайти в клуб? Так точно. Аска или Рэй? Чё?
Отвечай правильно, это сложный вопрос. Аска или Рей? Каору. Правильно. Проходите. Не знал, что ты из этих. Спасибо большое, что пришли на мое 599-летие. Чувствую себя совсем взрослой. Эй, мужики, идите сюда. Блин, пика... Это крутые чики будут такие, да? Хочу. У кого тут днюха? Без понятия. Меня знакомые пригласили. Йоу, собаки Рафтур, да. Я Наруто Узумаки, да, и кстати. Я должен тебя кое с кем познакомить. Яблоки, свежие яблоки. Динамит, красочный динамит, красиво взрывается. Алкоголь, средней паршивости. Мой выбор. Знакомься. Это Мисаки. Чебуреса. Блин. Ну. Кто? Мисаки? Но. Что за Мисаки? О, Мисаки. У меня также маму звали. Так, стоп. Этот подкаст здесь не сработает. Да, с мамой не очень. Ты такой пушистый. Да, я старался. Спасибо. Я там только не шандарахни через Пикачу. Спасибо. Надеюсь, хватит, чтобы покончить с моими муками. Это не выход, поверь. Слушай, умник, видишь того желтого? Когда-то мы были друзьями, но годы шли, и я потихоньку... Это же покемон, походу. Все. Фиолетовый был такой большой. Да, понимать, что он меня ни во что не ставит. И со временем он просто бросил меня, погрязнув в саморазрушении. Думаешь, с тобой не случится того же? Ты о чем? Я же вижу, ты для него пустое место. И получаю я, значит, премию от Союз мультфильма. И все такие мне аплодировали. Нам аплодировали. А, все. Ну да. Хена, мне тут, возможно, сейчас обломится, не мешай. Как скажешь. Так вот, говорят, что в СССР секса не было. Но если секса не было, кто тогда я? Значит, эти русские свиньи... О-о-о, Джоджи, немец. Я забыла, господи. Блин, который со спид-вагоном был. Помнишь? Как его там зовут? Я из Германии прибыть, тебе ее приносить. Как это? Блин, я тоже забыла. Решили вторгнуться к нам, а не мы элите. Думаешь, если тебя сюда пустили, то ты стал одним из нас? Ой, да чё ты гонишь? Ну правда, я вот стал Хокаге. А ты чего добился? Прямо из мультфильма. А мой уровень силы больше 9000! А я... Иду такой, и вижу, что мой друг... Не, подруга, потому что я альфач, да. Боже мой. Опасности. И все из-за моего заклятого врага Шапокляк. И я такой сажусь в трансформера. Не, я сам превратился в гигантского робота. Я пошел отсюда. Я такой беру и фигачу ее мечом. Или это был осиновый кол, потому что мой враг был вампиром. Круто, чувак. Ты такой смешной. Не хочешь отойти? Возьми меня прямо тут. Ща, все будет. Ты такой мужественный. Да, блин, я тоже... А там трап? Давайте, там трап. Я от себя кайфую. У нас много общего. Так, дамочка, если вы из этих внезапно обнаружившихся родственников, которые хотят... Наследство. ...претендовать на мое наследство, то сразу до свидания. Пикачу, что за... Это был не трап, как минимум. Тоже неплохо. Шипанутую ты мне подкинул. Чтобы команда R. Разрушения. Чтобы сплотить все наше поколение. О, блин, я пошел. Ребята, запускай пену. Я вся мокрая. Не первый раз ты мне это говоришь. Что? Тихо, по телевизору император выступает. Дорогие зрители Токио, с грустью вынужден сообщить, что на город напал Годзилла. Боже! Никогда такого не было, и вот опять. Идет. К этому моменту Годзилла может быть уже рядом с вами. Он идет сюда! К счастью, я заранее принял серьезные меры и купил вот такой меч, чтобы совершить ритуал. Желаю вам того же. Желаю того, спасибо. Бедный бутер. Можно было бы доесть, да? Вы дерзитесь. Хорошего настроения и здоровья. Всего доброго. Денег нет. Каждую неделю одно и то же. Он уже подходит.
Боже, что делать? Я слишком молода, чтобы умереть! Залезай в чертового робота, Синзи! Отец, ты меня не любишь! Подстаканник из Балтика, все-таки она тут я есть. Я пришел спасти вас. Короче, пусть он идет. Почему? Я? Почему? Ну, ты русский? Просто. Он говорит, что он может превращаться в робота, что много кого победил. Эй, ребят, это давно было? Ну, блин. Так, ну что тут сказать? Эй, твоя мама такая жирная, что она появилась в парке юрского периода! Не самая лучшая идея, да? Твоя мама такая жирная, что ее хоть кто-то заставляет землю крутиться! О, как я тебя пропесочил! После такого стоит только униженно уйти! Ну все, кобздец мне! Твоя мама такая жирная, что в ее складках застряли метеориты. Короче, она, ну, очень жирная. Пришел спаситель. Ну давай, сожри меня. Ну это же как каннибализм получается. Гена же крокодил, а Годзилла же тоже как бы... Гена! Быстрее, быстрее, Годзилла! Гена! Кстати, так тоже можно было. Гена, какого хрена? Я хотел помочь. Так, чтобы ты, наконец, запомнил. В смысле? Это ведь я тогда тебя спас, этот шопокляк. Ты был в гигантском роботе? Нет, все было не так. Вы просто нажрались и дубасили друг друга. Разве? Тебе всегда будто плевать на меня. На все, что я делаю. А я ведь всегда был рядом с тобой. Неужели я не заслужил немного уважения? Блин, мужик, ты никогда ничего не говоришь. Но я и заполнял это молчание своим трындежом. И, наверное, в какой-то момент просто перестал за ним слышать вообще что-либо. Возможно, я малость мудак. Ну и тебе не помешало бы просто быть хотя бы чуть более открытым. Ты прав. Ты правда мудак. Тот мудак, что поддерживал во мне жизнь все эти годы. Я люблю тебя. Ой, да пошел ты! Ты все это устроил, чтобы ко мне подкатить. Пора тебе уже смириться, я натурал. Да, шучу. В смысле, не насчет того, что я натурал. Ну ты понял, короче. Я тоже тебя люблю, но ради всего святого. Давай свалим из этой Японии. Тут все какие-то психованные. У них получилось. Может, и мне есть смысл жить? Ну все, теперь точно права заберут. Спасибо всем, кто поддерживает. Классно. Блин, я хочу узнать продолжение. Вообще, я искала на канале вроде как только две анимации у Акро. Говорили, что их там четыре. Где-то писали в комментариях. Но я не знаю, я не нашла больше. Не нашли? Да, так что если вы нашли, можете нам написать, потому что я бы с удовольствием посмотрела. Они были очень прикольные. Жалко, что, конечно, они так долго делаются. Я бы посмотрела продолжение. Короче, вот такая реакция получилась. Спасибо большое за просмотр. Пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.